Вот так выглядит этот гель для умывания. Он тоже, баночка не маленькая, 300 миллилитров. Тоже экономичный расход. И достаточно одного нажатия для того, чтобы хватило умыть все лицо. То есть я так думаю, что вот этого бутылька тоже хватит на несколько месяцев. На 3-4, может быть, даже больше. Посмотрите, уникальная вообще комбинация омега-кислот 10,3 и 6, и 7, и 9. Плюс обогащено натуральным бета-каротином облепихи. Знаете, как он пахнет? Как будто бы это джем. Вот продают махеевские джемы. Вот прям очень насыщенный запах и очень сильно их напоминает. Для любого типа кожи, для жирной, и для чувствительной, и для сухой идеально подойдет. Кожу не сушит, очень бережно очищает. Пишут даже о том, что снимает водостойкую косметику, но я такой не пользуюсь, но склонна доверять таким отзывам. Восстанавливает гидролипидный баланс. Вот эта комбинация омега-кислот, она защищает кожу от преждевременного старения. То есть она у вас будет упругая, молодая всегда. И еще также обратите внимание, что комплекс растительных экстрактов эндемикс содержит. То есть те же самые наши сибирские травы. Здесь экстракт сагандаили, элеутерокока, красной щетки, байкальского шлемника, морального корня. Ну просто вообще супер средство. Всем советую.